Покупка, давай услугу человека купить. Торговля продавать, зачем? Вот съел ты хлеб и чаю выпил, и от полученного блага благодаришь в ответ. Настолько, сколько хорошо, ни по цене, ни прайсу, от души. И всем прозрачна сделка, и видят люди, кто как вкладывает душу в продукт свой. Его ли это дело, не рынок регулирует, но отношения и не цена, но степень радости, совсем другой мотив. Сейчас несложно зарабатывать, завести караван, и вот ты в шоколаде. На теле это средство, что по таланту твоему пришли. А бартер это тоже форма, лишь учета. Ты мне тебе чего-то не добрал. Я ж говорю за благодарность чистую, без привязи к количеству, а просто от души. Привыкли все к деньгам, но пусть играют в деньги, но по-другому. Это словно лайк поставить. И если хорошо, то много, плохо меньше, так, чтобы видно было остальным. Ты вкладываешь душу, ты в продукт. Неважно, свитер это песня или хлеб, все от души, тело и оплата вокруг. Всегда найдется тот, кто нужен прямо сейчас. Ты сам такой кому-то нужен, но не знаешь. Не принято делиться почему-то, но хочется понять.